В республике сократят число инфекционных госпиталей. Это одно из сегодняшних решений оперштаба. Оно связано с уменьшением числа новых случаев коронавируса. Сейчас лечение от инфекции в больницах республики проходит всего 210 человек. Первыми планируют закрыть госпитали в Каменке, Дубосарах и Григориополе. Это случится, как только вылечат находящихся там пациентов. Новых заболевших будут размещать в Тирасполе, Бендерах, Слободее и в Рыбнице. Решением оперштаба сворачиваются также коронавирусные блоки в столичном госпитале инвалидов и в Бендерском центре матери и ребенка. Когда число зараженных коронавирусом в республике будет меньше 150, останется только один ковидный центр в Слободее, как это было раньше. Для Тираспольской ковид-лаборатории докупят оборудование, что позволит делать до 180 исследований в день. Кроме того, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, где размещается лаборатория, начнет проводить исследования, не имеющие отношения к выявлению коронавируса. На оперштабе сегодня также решили, что дневные стационары возвращаются к работе, медики приступят к проведению безотлагательных гинекологических операций, с соблюдением особых мер безопасности также начнут вакцинацию детей. Из-за карантина график прививок у многих детей сместился, прививки возобновляются, чтобы не допустить вспышек различных инфекционных заболеваний в будущем.